Добрый день, сегодня 11 октября 2023 года. Я уже дважды начинала записывать кусочки по покупкам, подаркам. Мы как-то с вами поднимали тему большущем-большущем блоке по письму заблудшей овцы, где она говорила о том, что пластмассовые вот здесь у нас фрукты, и вообще как так можно жить? Не знаю, как выживают американцы, и живут значительно дольше россиян, если у них все так плохо. Я там сказала о том, что вот за 19 лет, которые я прожила практически уже в этой стране, у меня один раз испортилась картошина, и я забыла сказать, пару раз у меня лук пророс. Я обычно очень много лука добавляю в еду, но бывают вот такие вот периоды, когда я и вчера ничего не готовила, сегодня не готовила, и завтра не буду готовить. И он полежит недельки-две и начинает прорастать. Такое бывает. А по поводу яблочек я точно говорила, что ни одно у меня здесь не сгнило, потому что они такой пленочкой на самом деле очень похожи на пластмассовую, покрытые. Так вот, осень же наступила, и я поехала и купила яблочки. Вот такой огромный мешок. Я, глядя на него, вот я его прямо сняла в багажнике и думала, что там, ну, ведра полтора точно будет. Но домой вот принесла их, и вот эта корзина, которая у меня из-под персиков. И я позже в эту корзину все эти яблоки сложила и теперь записываю, когда дома ролики, вы можете видеть. У меня эта огромная корзина с яблоками стоит. Так вот, этот огромный мешок яблок местных наших, у наших фермеров, я купила за $12. В прошлом году это было $10. Вот я обычно цены не помню, а про яблочки помню. У нас в Оклахоме не было рядом со мной где-то близко фермерских рынков. Говорят, что он был на севере, и он работал только в выходные дни, и я планировала, никогда туда не съездила. Но рядом с нами всегда раскрывали шатер огромный, в котором продавали фермеры свой урожай. И я вам рассказывала, что мы с Женей там покупали нашу кукурузу, и даже у меня есть ролик, как мы ее обрабатываем. Он все это знал и умел, и мы тоже свою кукурузу заготавливали. И початками, и зернышками у нас все было свое с фермерских участков. То есть в этой стране, если кто-то не хочет покупать из магазина и не доверяет, что вдруг нехорошо проверили и есть какие-то вредные для вас вещества, всегда можно у местных фермеров купить или даже не у фермеров. А вот мы ездили в свое время, помидорки покупали у тех, у кого они выросли лучше, чем у нас. Так вот, я когда сюда переехала, я увидела вот эту цену за огромные такие мешки, и я хапнула 3 мешка. Вот здесь у меня в основном всего только 2 сорта яблок, а там было вот в каждом мешке свой сорт. Я их купила целых 3 на $30, но вот огромное количество яблок. И зная о том, что я их быстро не съем, я каждое яблочко обернула бумажкой и сложила в коробочку. Так вот тогда они перепортились. Много-много я выкидывала, какие-то просто становились, ну, к весне уже. Мы столько яблок не едим. Я яблоки ем в основном осенью, и я люблю вот эти местные. Я вам рассказывала о том, что в Оклахоме я в Walmart покупала прямо в корзинах вот наши местные яблоки. Тоже дешевле, но не так дешево, как в нашей эре. А здесь они просто даром отдавали. Я первый раз хапнула, но в этот раз вот только мешочек взяла. Думаю, месяца за 3-4, может быть, я его и съем. Я и сюда деткам буду привозить. Вот они тут лежат, яблочки. И, глядишь, мы этот мешок съедим. Ну, а первый раз я вот так, да, вот так вот они могут попортиться. А то, что в магазине там просто все образцово-показательное, надо мне, может, пройтись когда-то по полкам и вам показать, хотя очень многие блогеры показывают вот это изобилие и красоту. Все красиво, все чисто, все шикарно. И там, где свежие овощи лежат и травы, то есть укропчик, петрушечка и прочие, они постоянно сбрызгивают таким туманом водяным. Мы такой туман с Женей в свое время покупали для наших огурчиков, потому что в Оклахоме июль-август очень жаркие, чтобы наши огурчики не сгорали. Мы им тоже такую брызгалку покупали с тем, чтобы им было хорошо. Мы себя здесь вот так развлекаем.
же говорили с вами про клубнику, что она, ой, вообще безвкусная. И я вам говорила о том, что, ребят, ну вот я тоже думала, что клубника в России очень вкусная, была очень разочарована. Я не знаю, может, подруга моя варенье сварила с тех ягод, которые я купила, потому что есть я их точно не смогла. Ну а здесь сразу же после нашего разговора про клубнику я купила вот такую огромную пачку. Клубники, видимо, под влиянием того, что я знаю, что она тут вкусная, мы в основном теперь берем тоже у фермеров. Вот раненько весной, наверное, в мае, может быть, в апреле есть уже у фермеров клубника, и мы берем тоже такими большими корзинами. Там, ну, наверное, 3 литра. И вот мы неделю, а то и 2 едим, то есть вкуснота невероятная. Я обожаю клубнику, обожаю. Ну и в магазине она бывает вкусная. Когда-то невкусная, а чаще всего вкусная. И вот эту коробочку, которую я купила, я вам показываю, что вот такие большущие, хорошие, спелые ягодки, мы их тоже покупаем, но очень редко, потому что наедаемся весной, стараемся вот клубникой себя напихать, ну так же, как и в России. У мамы, у моей, кстати, было 2 сорта, одни только вот весной, а вторые давали еще второй урожай уже поздно осенью, и эти ягодки уходили под снег. Вот такой у него был сорт, но он уже был помельче, чем весенний. А весенние ягодки у мамы были расшикарные, но труда там было, будь здоров. То есть здесь у нас все есть, и это доступно, это нормально. Мы с Ларой ездили на прошлой неделе в Эшвилл, и мы заходили в галереи, выставочные залы, и в одном из них я увидела новогодние уже украшения. У нас еще Сенсгивен не прошел, а украшения к Новому году, к Рождеству, вернее, уже появились. И я там увидела вот такие фонари. Шикарные было их несколько. Я, по-моему, даже их не сфотографировала, потому что мы планировали потом зайти и купить, и стоили они, по-моему, $78. И мы говорим, ой, интересно, потому что там вот это все внутри, оно постоянно, вот этот снег не надо встряхивать, как когда-то вот эти колбы были, а оно там само все это шевелится, и очень интересно. Я говорю, ой, хорошая картинка, давай возьмем. Но не стали брать, чтобы не таскаться, а решили потом вернуться. И забыли. Для меня это теперь нормальное состояние. И забыли. И мы с малой поехали развлекаться в ее любимые места. И зашли в магазинчик, чтобы стейк купить. Потому как от меня это 30 минут, а мы там рядышком и покупаем. И увидели вот такое удовольствие. Вот этих оленей я дарила своим детям теперь уже 3 года тому назад. Они у них есть, они их выставляют. У нас здесь оставили хозяева снеговика, то есть я его точно брать не буду. А такой фонарь мне нравится. Я видела тоже шикарный фонарь такой в этом стиле в Вегасе в одной из поездок своих. И очень хотела его купить, но тащить не хочется. А здесь вот у нас сказка продает и недорого. По-моему, $99. Я там цену показываю, когда снимаю. Сейчас мы посмотрим. А ребенок выбрала вот этот. Я те не буду показывать. Ларри их уже унес вниз. Мы их будем доставать в декабре. А сегодня я хочу украсить дом к осенью. А вот этот я хотела открыть, но не буду открывать. То есть потом, когда распакуем его ребенку, подарим. Я его здесь оставила, чтобы не забыть. Я его уже запакую, поставлю тут этикеточку, что это от нас малой. Это уже второй ей подарок, приготовленный на Рождество. Те вот просто в коробках пока, а когда раскроем, я еще раз покажу, что из тех коробок. Потому что распаковывать, давайте не буду. Но, смотрите, я купила 2 вот таких удовольствия на половину той цены, которую мы бы заплатили, если бы я не забыла там взять. И, наверное, я бы разочаровалась. Чего ж я 4 цены заплатила? По-моему, это $22 стоит, а тот почти 80, ну, плюс такса еще. То есть сильно-сильно сэкономила, забыв. Равно как вот мы с малой ходили, когда покупали, мы там увидели собачку осеннюю, которую к порогу ставишь, и она говорит, добро пожаловать. Не говорит, она не написана этикетка. Я тоже ее сразу не взяла. Мама ушла с коляской в сторону, а мы с малой ходили среди игрушек, вот все это покупали. Я говорю, потом с коляской подъедем и возьмем. И забыли тоже. Я Лере вчера говорю, ой, надо поехать забрать. Он говорит, пожалуйста,
не покупай, ну сколько у нас вот этого барахлища-то. Но я люблю вот это барахлище, они дом никогда почему-то не наряжали, а мне нравится дом наряжать, и поэтому он коробку уже принес осеннюю. Я сегодня все это размещу и покажу вам, что у меня получилось, но мне кажется, что где-то мои коробки осенние потеряны, потому что больше всего я дом наряжала именно на Рождество и на осень, на осенние вот эти два праздника. И у нас на улице уже народ выставил все, и дома украсил, и нам пора, что я с удовольствием и сделаю. В тот же день, когда мы набрали уже новогодних себе подарков, я купила вот такой огромнейший куст цветов. Это хризантемы. У меня первый раз такой огромный. Вот в Оклахоме я ни разу на такие не напала, а это наша знаменитая Кастка. Магазин, в котором тоже членство, так же, как мы и в Травориуме покупаем, и ежегодно проплачиваем это членство, и мы получаем продукты за большие скидки, так же, как и в Травориуме. И вот если, допустим, в Лоусе куст значительно меньше этого, я специально обратила на это внимание, когда мы с Лэри ездили и смотрели материал для наших ступенек, вот такой куст значительно меньше этого, примерно в половину, он стоил $24, а вот этот вот огромнейший я купила за $16. И ребенок мой вчера съездила, тоже купила. И сначала он у меня вот здесь сфотографирован еще в целлофане, я верх освободила, а низ решила сама не опускать, тяжеловато. Там-то мне помогли сотрудники его и поставить в корзину, и в машину поставить. У нас все это делается. То есть дочь вслед за мной поехала вот такой большой в Костко покупать, а я наряд вам дня показывала и говорила, что сейчас поеду покупать цветы, те, которые мой ребенок купила. И вот я рядом с этим огромным букетом поставила два букета, которые я привезла из Lidl. Это магазин тоже немецкий, который я тоже люблю, и именно их цветы очень хорошо стоят. Но в этот раз я не стала покупать никаких букетов в дом, а вот на улице я купила две корзиночки. Вот так теперь оформлен патио перед моим домом. Вот заходите, добро пожаловать, мы осени очень рады. Многие, надо, кстати, мне показать, многие уже украсили свои дома. Еще в прошлом месяце люди любят осенние праздники. Обычно украшения сочетаются просто осенние и Хэллоуину. Много-много, надо мне пройти вам показать, как здорово мы украсили. И попутно я вам сразу покажу, смотрите, вот кресла стоят, вот подушечки лежат, вот столики, и никто это не ворует. Потому что та же наша леди говорит, ну тут такой криминал, что мам дорогая, а я вам говорила, у нас двери все стеклянные, и вот здесь за мною видно одна, вот окно заканчивается, это дверь на улицу, и туда дверь тоже стеклянная. Ну если бы вот уже был бешеный криминал, ребята, то тут давно бы все вынесли, а мы и двери не всегда закрываем. Продолжение следует. А с вами была Галина Смитс, всего доброго, пока-пока.